Michelle and Rhodey. Hey, baby. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvi, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами начинаем страдать в Resident Evil 7, наконец-то. Господи, как я хотел поиграть в эту игру, еще начиная с того, как мы с вами посмотрели этот тизер. Но мне на самом деле все мешало, абсолютно все, до самого последнего момента. This is the place. Даже сейчас не все так гладко. У меня еще сегодня, еще буквально утром, у меня была температура 38. Да, я приболел немного. Но сейчас я вроде как я ее немножко сбросил, поэтому я решил, что мы с вами можем позволить себе немножко в нее поиграть. Но, тем не менее, я рекомендую вам усесться поудобнее, накинуть, может быть, даже плед, взять что-нибудь под руку попить. И давайте начинать. Я так понял, что эта женщина, это наша жена, за которой мы сюда приехали. Да как она вообще думала, что если она отправит вот это сообщение, типа не приезжай, как она вообще думала, что после этого мы возьмем и не приедем? Это же... Если она хотела, чтобы мы сюда реально не приезжали, не надо было вообще отсылать никакого сообщения. Тихо. Единственное, что мы с вами играли в тизер... И я надеюсь, что этот тизер был совершенно отдельной игрой, потому что, по крайней мере, проверить поставленную задачу. Ну-ка. Найти Мию. Ага. Так, подожди. Ага, я понял. Нужно на текущую позицию. Хорошо. Карта пока что выглядит очень кишкообразной. Говорю, что мы с вами проходили тизер, не полностью на самом деле, но я посмотрел его весь, имеется в виду потом у других людей на YouTube, я посмотрел, как они проходили это дело, посмотрел что да как, и я очень надеюсь, что здесь этого не будет. Что это было? То есть я очень надеюсь, что тизер был отдельной игрой, потому что если там все-таки, если они весь тизер сюда тоже запихнули, то... Увы, я уже знаю, как его проходить. Просто. Вообще, я бы такое что перелез на самом деле. Если мне сильно надо было бы.
тут перелезть, в принципе, очень легко можно было бы. Даже несмотря на эти шипы, я думаю, что если аккуратненько, то я бы не напоролся бы на них. Ладно. Я вообще в шоке с того, как у меня... Я, наверное, знаете что? Я, наверное, очень сильно хотел в эту игру поиграть, потому что реально очень много каких-то... Я понял, как бегать. Очень много каких-то таких косяков повылазило. То монитор сгорел, то я заболел, то еще что-то. И тем не менее, ничто не помешало мне в итоге сесть и поиграть. Не сразу, конечно, но тем не менее. Аллигаторы в канализации, 17... Аллигаторы в канализации, значит, да? Предполагаемый проект... Прокрадитесь в Луизианский дом с привидениями. А-а-а, подожди. Это женщина, то бишь... Присоединяйтесь. Эта женщина, наша жена, она получается одна из веду... Слушай, может быть, она являлась опер... Подожди, может, она реальный оператор? Это же вот эти двое, да? Андре... И вот тот второй, я забыл, как его зовут. И наша жена. Так значит, они... значит, для них вот это вот дело, это далеко не... Не впервой, да? Прими ее дар. Им далеко не впервой попадать в такие ситуации. Ну, я даже не знаю, может быть, я бы на месте нашего... Ты посмотри на размер этих комаров. Я бы на месте нашего героя сюда, наверное, поехал бы не один раз такие дела. Учитывая, что я, допустим, знаю, чем занимается наша жена. Имеется в виду исследование всяких паранормальных штучек. Даже если бы я в это не верил, но тут она пропала, я бы все-таки взял бы с собой еще кого-то. Ну, может быть, не друга. Я имею в виду, что, может быть, заявил бы куда-нибудь там в полицию. Очень хорошо, что главный герой решил его не звать. А ведь мог бы. Даже если бы он его позвал, скорее всего, тот бы все равно не откликнулся бы. Но учитывая, что этот старик вроде как обычный человек, то, в принципе, его можно было бы догнать. Очень странно, что он умудряется вот так вот просто исчезать. Батюшки. Господи, твою мать. Я совсем забыл, что эта игра, это же хоррор. Господи, наушники обязательно. Короче говоря, приготовьтесь, мы, судя по всему, будем сами орать. А после того, как мы закончим записывать серию, у меня, походу, температура опять поднимется. Ага, я вас понял. Ну, это вроде бы, да, это сделано из туш животных, в данном случае из туш коров, походу. Ну, хоть не из людей, это уже хорошо. Но я так понимаю, что люди это место посещают не так, чтобы сильно часто, то есть... То есть вот эти вот трое, включая нашу жену... приехали сюда там раз, там, не знаю, какое-нибудь десятилетие. Или даже сказать... Или можно даже сказать, что... Это мертвые вороны. Вот это уже точно резидент. Сказать, имею в виду, что наша жена с теми двумя, это, возможно, даже первые, кто побывали здесь после того, как здесь что-то произошло. Аккуратно. Угу. Я уже слышу что-то в доме.
Водительское удостоверение Эмилию, да? Да, это она. Наша жена. Ну. Водительское удостоверение Эмилии. Покрытое непонятным черным веществом. А ну, давай-ка мы его смотрим чуть-чуть внимательней. Потому что там мне почему-то не дали его смотреть. В тизере была такая дрянь, которая типа, была похожа на регенератора. Возможно, это черная слизь именно этой штуки. Распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии, которая пропала без вести 3 года назад. 3 года прошло с тех пор, офигеть. А, и это мы. Чуть-чуть в кадр не попали. Мия Винтерс, 18 июля 17 года. У нас 13.04 автор. Подожди, отправлено 18 июля электронное сообщение от вашей жены, которая пропала без вести 3 года назад. Я имею в виду, 3 года назад, это означает, что она пропала в 2014 году, или это означает, что она пропала в 2017, и у них на данный момент там 20-й. Итан Уиндерс. Так, Делавэр, штат Луизиана, ферма Бейкеров. Приходи за мной! Подожди, что значит приходи за мной? Ты смотри, вот оно что. Теперь все понятно. По крайней мере, насколько это возможно. Имеется в виду, что она сказала, оставила сообщение «не приходи сюда», а он получил сообщение «приходи за мной». Теперь понятно. Но мотивация ясна. Господи, там глаз выколи. Угу. Слушай, это то самое поместье. Это все-таки тот самый дом. Угу. Интересно, в тизере были паранормальные явления всякие. Мне вот теперь интересно. Это же не только в тизере, верно? Это в принципе здесь сделали всякую паранормальную... Всякую паранормальность, да? Господи, все трещит, ломается. И я сейчас пойду вот в это. Подожди, давай-ка перед тем, куда идти, я хочу походить еще здесь немножко. Тихо. Вообще, это же получается только что-то вроде пристройки. То есть там, видели, там был основной дом за этой, за решеткой. А это, получается, своего рода пристройка к дому. Небольшая. Небольшая. Батюшки. О, господи. Подожди, я как-то мог, да. Я мог прикрывать себе лицо, и я, честно говоря... Наверное, буду вот так вот все время ходить. О, ну хоть так. Почему двери закрылись? Кто их закрыл? И почему они не открываются? Ладно. Не имеет значения. Тихо. Вроде чисто графически ничего не поменялось, да? Тихо. Нет, ну, пока что все так же, как оно и было. Угу. Сюда нам нужен болторез. Единственное, что мы с вами начинали в тизере, в момент, когда нам уже, видимо, дали по голове, и мы в итоге проснулись через некоторое время. Да. Fuck! Огромнейшие жуки. Я не буду читать. Так, закрой этот кран, он меня бесит. Я не буду читать.
потому что, как я и говорил в тизере, у меня не получится это сделать настолько же атмосферно. Нет. О! О! Подожди. Я вижу здесь несколько силуэтов. Очевидно, девочки на фоне справа. И, видите, возле... С левой части, возле вот этой вот подёртости, какое-то лицо. И все. Пока что это все. Не думаю, что это что-то значит. По крайней мере, пока что. Тихо. Будем считать, что это просто ветер. Ворона? Да. Вот жалко, что я играл в тизер. Вот теперь мне жалко. Фу, пакость. Все так же против. Да, смотри, тут до сих пор. Тут все еще нету всех этих туш, они все еще не расфасованы. Более 20 человек пропало без вести за 2 года. Вы имеете в виду, пропали именно по направлению здесь? Именно здесь пропали, или же в принципе? О нет. О нет. Смотри, пальца куклы Селлоида здесь нету, но здесь есть вот эта черная, черная жидкость. Я теперь даже себя немножко ненавижу за то, что я посмотрел весь тизер, имеется в виду то, как люди в него играли. Ну ладно, это, я думаю, не все, чем может игра удивить. А вот то, что я хотел посмотреть, здесь просто обычный тройник был. Точнее, обычный этот самый. Имеется в виду то, что мне тогда помешали посмотреть на это дело манекены. Кстати говоря, мы с вами играем на сложности Madhouse. Значит, у нас сокращены сокращены автосохранения, и при этом мы сохраняться можем только при наличии какой-то там кассеты. Запись запрошенного дома. Угу. Что это конкретно значит, я, честно говоря, не знаю. То есть имеется в виду при наличии каких кассет? Наверное, вот этих. И вот здесь мы, наверное, можем сохраняться, да? То есть если я сделаю... Вот так, то я могу сохраняться, да. Учитывая, что у нас сложность Madhouse. А, смотри, у нас в итоге есть еще карта вот такая. Ого. А ну, подожди. Вы, магнитофон, небольшая замочная скважина. Значит, все, что здесь отмечается таким образом, это значит, что я могу с этим взаимодействовать. Угу. То есть, если у меня там отмечается обычная замочная, какая-то замочная скважина, то я могу ее, видимо, открыть так или иначе. Хорошо. Ну, учитывая, что я знаю, как ее открывать, я могу прийти к такому выводу. Говорю, что учитывая, что мы играем с вами на Madhouse, я вот эту магнитофонную кассету, пожалуй, сохраню. Придется реально думать, как лучше будет действовать с сохранениями, потому что их у нас очень, очень ограничено. И вот еще в тизере, что в полной игре, обратите внимание на стол, он какой-то бы живой. Я не знаю, какая, что это такое. Имеется в виду, какая настройка, настройка графики такое делает, учитывая, что все выключено на максимум. Слушай, а это событие еще, видимо, задолго до того, как произошли события в тизере. Ага. И дверь, эта дверь, она все еще... Не засранная. В нее я так, кстати говоря, и не ходил в тот раз. А я не могу. Ну и ладно, не очень-то и хотелось на самом деле. Тихо. Давай-ка аккуратненько. За закрыт. А, смотри, то есть, чтобы ее закрывать, я могу... Мне достаточно просто идти назад. Ага, я тебя понял, хорошо. Довольно стрёмно идти в это место, зная, что здесь нам должны дать по голове, по идее. Так, и сюда нам нужен этот самый... Тихо. Нам сюда нужен предохранитель, который отвечает за лестницу. Свет у нас везде имеется, кроме как раз
к лестнице. Давай-ка, знаете, что делаем? Давай-ка я вот это дело закрою, потому что я не хочу, чтобы ко мне кто-то сзади подошел. Я теперь уже научился их закрывать. Я буду это делать активно. Угу. Решетка. Это, по-моему, решетка с подвала, если я не ошибаюсь, да? Смотри, как офигенно сделано. Даже помятость вот эта, просто офигеть. Но она должна была быть еще с этой стороны. А вот и семейка этого самого засранца. Похоже, это владельцы, да, бейкеры. Но смотри, получается, из бейкеров здесь получается сам мужик, его жена и детишки. Фотография была сделана очень давно, учитывая, что у них ребятенок уже вроде бы как достаточно взрослый. Уже достаточно взрослый. И... Тихо, 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 тихо. Слушай, мы кассету смотрели в прошлый раз. Я даже не знаю, есть ли смысл смотреть ее сейчас снова. Давай-ка мы сразу пробуем нажать здесь. Наверное, это довольно странно. О, лестница есть. Здесь есть лестница. Твою мать. Говорю, что это, наверное, довольно странно для главного героя, учитывая, что он только-только попал в это место и уже знает, куда ему надо идти. Не-не-не-не-не-не. Все. Что-то явно работает здесь по-другому. Давай потом. Или все-таки... Смотреть кассету или нет? Не то? Я даже не знаю, может быть, все-таки пойти сохраниться. Давай мы сделаем все-таки это. Я пойду сохранюсь. У нас будет еще одна кассета. Хотя ничего такого еще пока не произошло. Ладно, давай пока повременим. Подожди, что-то еще есть. Похоже, это плечо вот этого деда. И ноги то ли... не думаю, что жены. Жена вроде как здесь еще нам должна встретиться. Это... Я не знаю, чьи ноги на самом деле. Ладно, давай мы кассету посмотрим. Говорят, что вот эта вот отсылка... Вот эта фотография, отсылка вроде как то ли на разработчика, то ли на главного героя каких-то предыдущих частей, если я не ошибаюсь. Ладно, давай сделаем лучше, давай сразу пойдем вниз. Наверное, это плохая идея. Очень плохая идея. Тихо, тихо, тихо. Ой, твою мать! Держись! Держись! Зараза! Нет, 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 нет. Место, на котором Андре повис на трубе. Смотри, оно в крови. Андре тут уже висел. Тихо. Так, подожди. Нужно срочно сесть удобней. Кстати говоря, я отключил прицел еще для общего погружения. Я надеюсь, ты одел не лучшие туфли, как тот. Ой, твою, что такое? Надо было больше играть в хорроры. Больше. Меня теперь будет пугать просто все. Хотя, на самом деле, я вспомнил. Я играл еще, помимо этого Outlast, я еще играл в...
В SCP, по-моему, Containment Bridge и в Pine View Drive. Ты только посмотри, как оно сделано. Это же просто прекрасно. Офигеть. Я надеюсь, здесь тел не... Что это было? Оно сзади? Нет, 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 нет. Нет, все в порядке. Я так ненавижу все, что... все, что может быть под водой. Вдруг тут сейчас целая куча трупов валяется. Сколько там? 20 человек пропало. Я все-таки склоняюсь к тому, что пропали именно здесь. Давай, 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 родной, ползи. Вылази. Это дерьмо! Я так и знал! Я так и знал! Иди от него, я тебя прошу! Это что, это Андра, что ли? Господи Иисусе! Господи! Твою мать! Если бы я такое увидел, я бы сразу бы отсюда, наверное, дал дёру. Хотя, наша жена, я не знаю. А ты смотри, это все пропавшие. Похоже, да? Я понять не могу. Тут, я не знаю, постоянно пропадали люди. И они что, просто брали и шли сюда снова? Снова и снова шли в то место, где пропадают люди. И я один из них. Здесь пропадают люди, и всем плевать, никто их сюда, никто никого не ведет разбираться, что ли? Ладно, ладно. Тихо, тихо, тихо. Собираем все свое мужество в кулак. Если таково еще у нас осталось. Это событие после тизера. Угу. Тизер это был приквел. Это был приквел к тому, что происходит сейчас. Вы слышите? Кто-то решеткой громыхает. Господи Иисусе, ладно, пошли дальше. Мне бы какое-то оружие не помешало бы. Знаете, с учетом того, что... О, твою мать, беги! Ты что здесь за фигня творится? Господи. Я хотел поиграть в хоррор, но я не рассчитывал прям на такой качественный... На такой качественный с самого... Как первый для канала. Кстати говоря, да, поздравляю. Resident Evil это наш первый реально страшный хоррор. Да, у нас был Alien Isolation, но я не воспринимал его как хоррор. А ну подожди, на всякий случай, у меня работает, да, мышка у меня работает. Чисто на всякий случай. Буду держать ее под рукой. И да, если, как мне там написали, если кто-то хочет каких-то более активных действий, то вам, видимо, не сюда. Потому что, во-первых, мне страшно. Во-вторых, я буду действовать достаточно медленно. Потому что я... Потому что я любитель все осмотреть, везде позаглядывать. Это не значит, Мия? Что... Мия? Где? О, Мия. Что ж ты... Точно Мия. Короче, если кто-то хочет более каких-то активных действий, то... Милости прошу на выход. Она. Бен... Гарольд, Артур, Тамара, Крейг, Лайла, да? Шон, Вильям, Трэвис, Итер, нет? Андре Кленси уже были. А Мии здесь, кстати говоря, нету, между прочим. А, там он еще, сейчас, подожди. Дед, да, это Дед справа. Тернет, Дед, я не... А что значит Элли? Кленси, Кленси, Эль. Тихо, тихо, тихо. Что там такое? Так, вот то, что нам нужно. Но.
Я не думаю, что Мия куда-то денется, да? Что она здесь? Что это такое? Нет, 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 может быть... Твою мать. Может быть, лучше сначала Мию выпустить? Это, по-моему, просто тушки животных. Пока что. Пока что это просто тушки животных, ничего более, да? Я думаю, что Мию нам все равно придется выпускать так или иначе, или здесь можно все-таки как-то... Судя по тизеру, здесь можно... Ну, здесь все не все так линейно, на самом деле. Хоть нас вроде как и ведут, но мы можем какие-то действия сделать, какие-то действия не сделать. Что в итоге приводит к одному и другому результату, вроде бы как. Поэтому я буду надеяться, что если вот сейчас я куда-то уйду, то это в итоге приведет к чему-то другому. Или может быть я что-то найду такое, что в итоге мне поможет дальше. Тихо. Так, это просто я. Да хоть и там громыхать, да сто ли? Страшно же. Так, ну вроде этот психопат разделал здесь только животных. Людей вроде как он не расфасовывал по кулечкам. Хотя, судя по этим ботинкам, все-таки он... проделывал такое и с людьми тоже. А здесь получается что-то вроде душа такого, да? То есть здесь можно было стоять и типа обмываться. Так, ну такого, пока что такого здесь ничего особенного нету. Вроде как. И даже никого нету, на удивление. Ладно, давай пойдем лучше Мию выпустим. Она ждала слишком долго. Ящик, нет? Так, ну давай. Мия. А если я уйду туда? Она не уйдет? Ладно. Мию. 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 Скажи что-нибудь, я тебя умоляю. Мию. Мия. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Она жива. Господи. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Не уходи от меня далеко, я тебя прошу. Папочка? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Мию, ты ведешь себя странно. Я, конечно, понимаю, что тут такое происходило. Но все-таки. Тихо, 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 тихо. Все в порядке. What? What is this place? What did they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Она не помнит, как отправляла нам сообщение о том, чтобы мы сюда пришли. Я не уверен, что ей можно сейчас доверять. Мне кажется, что ее нужно взять за руку и просто вести в обратную сторону. Даже несмотря на то, что там... А, там у нас все сломано. Там Андер плавает, и там все сломано.
Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Безумство. У нее глаза безумные. Мне кажется, что она немножко спятила. Здесь было закрыто. Какого черта? Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Что значит, я вспомнил? Звучит так, словно у нее какая-то кратковременная потеря памяти. Давай, 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 давай. Не отходи от меня, далеко, я тебя прошу. There. It's there. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. В смысле нет? Он что, ее зади? We're gonna be a family. Now that you're here. О боже, он ее сломал, походу. Закройте, прошу. Он ее сломал. Он 3 года чем-то ее пичкал. 3 года держал ее в заперти, она просто сломалась. И 001, что это значит? Это та женщина. Это, похоже, их бабушка или что-то в этом роде. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Я бы от нее, честно говоря, не отходил бы. А, кстати говоря, я вот только что подумал, что на самом деле надо было, наверное, посмотреть видеокассету, потому что с помощью видеокассеты мы могли бы, наверное, открыть вот ту самую замочную скважину. С другой стороны, может быть, у нас будет, правда, еще этот отмычка какая-то. Тихо. Похоже на Мию, кстати говоря. Очень сильно. Да, смотри, реально Мию. Офигеть. А, слушай, я вспомнил. Нет, хватай, 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 беги. Мия. Здесь реально была дверь, я вспомнил. Я вспомнил. А если назад? Но я не пойду назад. Я вспомнил, да. В тизере здесь было куча трупов. И здесь был тот самый регенератор, или типа того. Сам я там не ходил. Я смотрел, как там люди ходили. И в итоге это выход, да. Я вспомнил. Здесь должны были быть патроны. Да как такие дела может проворачивать обычный человек? Это дед, он же вроде бы как обычный человек, разве нет? Аккуратно. Аккуратненько. Да господи. Закрой, тебя умоляю. Все, на улице от хорошего денька не осталось и следа. Дождь, тьма, мрак, все. Тихо. Ну, телефон рабочий. Провода никто не обрезал, так что если вдруг... На самом деле... Слушай, а почему бы тогда просто не набрать кого-то? Thank you.
Если я сейчас не ошибаюсь, то, по-моему, было только что автосохранение, да? Карта гостевого домика. А, ну. Склад, хранилище. Ванная, ванная, там, где мы еще не были. Ага. И чердак. Получается, это вот то, где мы сейчас только что ходили. А ну, как она называется? Камера, комната охраны. Хирургическая зона, склад, хранилище. Угу. Ванная, второй этаж, чердак. Понятно. Значит, это всего-навсего только гостевой домик. Я тебя понял. Ну, как я и говорю, пристройка. Просто пристройка к основному особняку. Да. О, птичка, отлично. По сравнению с тем, как здесь было, когда сюда пришел Клэнси, Андрей и вот тот. Здесь, конечно, все стало, конечно, поубраннее. Кто там? Кто там? Да заткнитесь! Нет. Нет, 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 нет. Это что, стучат из... из-под этого? Из подвала? Не-не-не-не-не. Может быть, я сначала дверь открою? Она была вроде бы закрыта. Она и сейчас закрыта. Кто там? Кто там? Нет. Тихо, тихо, тихо. Дождь просто взяли и выключили. Почему у меня такое ощущение, словно я нахожусь под какими-то веществами? Словно попадя сюда, я уже чего-то там надышался или что-то в этом роде. И меня в итоге просто колбасит. Я не хочу оборачиваться налево. Вроде все в порядке. Пока что. Открывай, открывай. Тихо, тихо, тихо. Господи, ну только сами не закрывайтесь, я вас прошу. Так банан вам, я не хочу туда возвращаться снова. Давай пробуем еще раз дверь открыть. Вдруг получится. Нет. Если бы получилось бы, я бы, знаете, что сделал бы? Я бы пошел бы и попробовал бы кассету посмотреть, потому что... Я хотел бы попробовать отмычкой открыть ту замочную скважину. Ладно. Видимо, выбор у нас небольшой, да? Подожди, а здесь поставили дверь, а раньше здесь была клетка. Ой, не клетка, а решетка. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Что там такое? Что там такое? Фонарик не добивает. Я не вижу ничего. И дверь, наверное, я тоже не смогу открыть, да? Мио! Сопротивляться! Ай, Артер! Да господи, это кнопка сраная! Твою мать! Ай-яй-яй-яй-яй! Беги! Беги, я тебя прошу! Я? Мия! Нет! Твою мать!
Я не знаю, я зажал все кнопки. Твою ж собака, мать! Да сделай ты что-нибудь! I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Да успокойся ты! What the fuck are you, Mia? О, господи. О, боже. Оно, я не знаю, эта штука, оно, наверное, должна сейчас так щипать руку. Он тупо вылил это все себе на такие порезы. Поднимай ее. О нет! Бежим! Беги! Я не хочу, нет! I'm dead, Ethan! I can never leave! В смысле погибла? Нет! Я не хочу тебя убивать! Защищайся! Защищайся! Твою мать! Да что здесь творится-то? Ой, 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 господи! Давай, Итан! Итан! Мне придется, извини меня, Мию! Твою мать! Вдруг это со мной что-то не так? Вдруг это я уже под чем-то и вижу в ней врага? Ужасно. Мию. Посмотри, у меня все руки в крови. В крови моей жены. Открой, ублюдок! Выпотрошу. Кто здесь? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Открыли. Зоя? Да вы черт... И кто-то уже закрыл это. Слушайте, Зоя. Зоя, это та старушка. Но она мертва. Окончательно, вроде бы как. Что у нас есть, кстати говоря? У нас есть только водительское удостоверение. Все остальное. Наш персонаж, он явно в шоке. Имеется в виду, он, походу, еще до конца вообще ни черта не понял, не понимает. И не понимает. Потому что он только что зарубил топором свою жену, и он достаточно как-то... Не такой реакции от него ожидал, но топор я, пожалуй, прихвачу. Мия. Он просто находится сейчас под конкретным шоком. Он еще сам толком не понимает, что происходит. Естественно. Говоришь, через чердак я могу к тебе попасть, да? Тихо. Ну, знаете что? Мы теперь на самом деле можем сделать следующее. Подожди, но здесь же нет предохранителя. Как я попаду к ней? А зато мы теперь можем, во-первых, сохраниться. А во-вторых, мы теперь можем посмотреть кассету. Так, давай попробуем вот это использовать.
Нельзя это использовать? А, это магнитофонная кассета. Тю. Я могу сохраняться только около магнитофонов. Да. Давай тогда посмотрим вот это. И попробуем открыть тот ящичек. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Было бы логично, если бы сейчас оператором была Мию. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. А он говорит, парня. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Говорят, что здесь где-то можно было встретить призраков. Мы встречали одного. Are we rolling? Вот там где-то вроде бы был. Так невзначай будем посматривать налево. Get out of the way. It's locked. Ничего, да? After you. По идее, здесь должен был быть. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. А что если я буду просто смотреть на двери? Вот, допустим, они идут дальше, а я ж могу выйти на улицу, да? Farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Я могу увидеть момент закрывающейся двери, скажите мне. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Я услышал момент закрывающейся двери. Угу. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Baker. Jack and Marguerite Baker. Billy. And they were quiet, not bad. Его зовут Билли. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Так, тем не менее, пока они здесь... Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. А, нет, смотри. Здесь отмычки нету в этот раз. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Так, подожди секундочку. Andre? Аллигатор канализации, предполагаемый Andre. Проект. Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Un-fucking-believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. То есть не меняется ничего. И призраков, что самое интересное, это уже нету. Может быть, это сделали в тизере специально так, чтобы была какая-то реиграбельность или что-то в этом роде? Здесь можно было еще встретить наушники, но сейчас здесь наушников нету. Я тебя понял. То есть сейчас здесь сделали видеокассету для того, чтобы я просто мог узнать, где находится рычажучек. Я так понимаю, да? И все. What the fuck was that? Did you hear that? Давай, открывай. Я не пойду туда. Ни в тот раз, ни в этот раз. Андрей! Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Господи, what the hell? Я буду, пожалуй, смотреть туда. Тихо. You gotta be fucking kidding me. All right, new deal.
We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Да, 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 да. Я не совсем понимаю вот этот момент. Смотрите, здесь, видите, ужасы канализации. Аллигаторы в канализации, 17 серий, полный проект. Лузианский дом. Смотри, получается, я не совсем понимаю, здесь реально Кленси бил на... Ой, Кленси, говорю. Ну вы поняли меня. Бил и... Вот тут второй человек у меня уже вылетел от страха и его имя из головы. Они на фотографии. И вот эта женщина, ну оператор. Наш оператор, его зовут Кленси. Это не та женщина, это женщина... Но это женщина с ними, с этими двумя на фотографии. You first. Хорошо, ладно. Need a nice hero shot of me. Давай. Coming down the ladder. So, Хорошо, хорошо, уговорил. Может быть, эта женщина пропала здесь раньше, имеется в виду Мию. Андре, я вспомнил, Андре. Андре, господи. Jesus. Да. Да. Короче говоря, такого, как было в тизере, здесь явно нету. Мы здесь посмотрели на это для того, чтобы узнать о том, что здесь есть рычаг. То есть, если бы я в эту игру играл, грубо говоря, первый раз, я тебя понял. Так как мы уже играли в тизер, мы уже об этом знаем, могли просто ее не смотреть. А сама кассета у нас сохранилась? Да что ж такое, сама кассета у нас сохранилась, хорошо. В таком случае здесь нужно искать отмычечку теперь как в другом месте, где-то. Слушай, а что если вот эти события... Что если эти события происходят... Может быть, это приквел к тизеру? Может быть, тизер? Может быть, тизер — это событие, которое после того, что здесь происходит. Потому что, смотри, куколок здесь нету. Куколок здесь нету, соответственно, решетки там на дверя... вместо дверей решетка там не стоит. Трупов внизу-то уже нету. Может быть, это все-таки то, что было после? Твою мать. Может быть, я смогу выбраться отсюда? Ну давай попробуем носить топор, если что. Нет? Было бы интересно. Тихо. Что это было? Кто-то цепями громыхал, это был не я. Давай-ка перед тем, как вот это дело открывать, давай-ка сходим сюда. Вдруг получится отсюда выбраться. Но я очень сомневаюсь. Если моя теория верна насчет того, что это... Насчет того, что это... Что тизер был не приквелом, а все-таки сиквелом. Ну, конечно, на что я рассчитывал? Закрыто еще, скорее всего, подперли чем-то. Что даже ее не выбить. Короче, если моя теория верна насчет этого, то, скорее всего, отсюда мы не выберемся живыми. Даже. Скорее всего, мы даже здесь все это дело проскидываем. То есть, имеется в виду, у нас... Да, елки-палки, у нас тут есть, допустим, вот эта кассета. И мы в итоге ее положим сюда для того, кто, может быть, придет сюда в следующий раз. Будем рассчитывать на его благоразумие, что когда он это дело найдет, он выпрыгнет в окно сразу же. Что у нас сейчас есть мотивация? О, вот он, предохранитель. Потому что у нас сейчас есть мотивация здесь находиться и не выпрыгивать в окно, а вот у того, кто сюда придет в следующем, я не уверен. Только если это будет не какой-нибудь наш... родственник. Мию. Мию. Может быть... Может быть, здесь оно где-то есть?
все-таки. Да что такое хочет громыхать, я тебя прошу. Может, здесь все-таки оно где-то лежит? Имеется в виду отмычка. Или, может быть, ее можно будет найти наверху? Ладно. Давай просто заберемся наверх. Есть у меня такое подозрение, что, возможно, Мия просто заражена. Это же все-таки резидент. О, твою мать! It's okay. It's okay. It's me. I know you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that! Нет, 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 нет! Твою мать! Вынимай, Итан, вынимай! Да вынь ты! Вынь! Нет, 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 давай! Нет. Давай быстрее! Ну быстрее ты! Твою мать! Нет, нет, нет! Рука! Божечки. Господи Иисусе, убери ты эту культяпу, пожалуйста. Я не могу на это смотреть. У меня даже... Мне бы аптечка в этом случае, скорее всего, не помогла бы, да? О, боже. Если бы я не успел вытащить эту отвертку, было бы сильно хуже. А я только что начал беспокоиться о том, что она меня какой-то ржавой отверткой к стенке прибила. Я начал беспокоиться о заражении. Крови имеется в виду. Но похоже... Похоже, это было еще не самое плохое, да? Топор. Топор у нас еще есть пока что. Я не знаю, Итану сейчас должно быть настолько больно, что у него все должно плыть перед глазами. Он этим топором должен сейчас махать, я не знаю, ну... Что даже Мию не сможет... Что даже с Мию мы не сможем справиться. На самом деле, несмотря на то, что она вроде как девушка, но она как бы немножко поехавшая. То есть с психами справляться очень сложно. Психи, как правило, у них болевой порог повыше будет. Тихо. Давай-ка потом сюда сначала. Манекены. Отлично. Этот манекен вроде бы не... О, патроны! Патроны, отлично! Господи. Аптечка. Давай, давай, пожалуйста, родной. Дезинфицируй. Я не знаю, почему он так с облегчением вздохнул, потому что когда выливаешь на себя такое количество препаратов... Когда выливаешь на себя такое количество препаратов... Тем более на отрезанную руку. Боль так просто не утихает. Fine. Так, ЛТРТ, я тебя понял. А ну, подожди. Хотя ладно, давай пока идем. Я думал сохраниться, но пока что передумал. Я пока повременю с этим, потому что реально две штучки... Две кассеты могут нам еще пригодиться. О, господи, не пугайте же меня так. Так, назвала сюда Зоя.
Так, подожди. Ага, оно вот так работает, я тебя понял. Она сюда звала Зоя, да? Если я все правильно понимаю, то Зоя это... Зоя это бабушка этой семьи. О, мы можем выбраться через... Да, через окно. Я, правда, не уверен, что мне так просто дадут это сделать. Так, ну у нас есть два пути. Либо мы вылазим в окно, либо мы пробуем зайти в эту дверь. Ну, я определенно пожалею же об этом. Но мое любопытство просто не оставит меня в покое. Зоя? Зоя? Здесь должен был быть стул. А если быть точным, кресло-качалка. Если вы проходили тизер, то полностью имеется в виду, то здесь должен был стоять... Должна была стоять кресло-качалка с какой-то отсылкой. Тихо. Здесь точно больше ничего нету? Ладно, у нас нет никакого другого пути, видимо. Поехали. Нет. Нет! Господи, я думал на снизу. Мию, не заставляй меня это делать. Нет. 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 Твою мать. Да. Нет, твою мать. Господи. Она все кости мне переболола. Перезаряжайся, я тебя прошу. Да умри, я тебя прошу. Я же тебе в голову уже попал. Отходим, 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 отходим. Твою мать! Нет, Мия, нет, не заставляй меня. Да твою мать! Я попасть не могу. Очень больно. Нет, 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 нет!